Крыша поезда едва не стала последней фотолокацией для 18-летнего курсанта Одесско-морской академии Александра Федорова. На станции «Западная» в районе промрынка 7-й километр парень решил сделать экстремальное фото, взобравшись на электричку. От мгновенного поражения вольтовой дугой его отбросило на землю. Объем поражений 55%. Большая часть — тяжелые ожоги. Так как это все горело, он получил ожог дыхательных путей. Так как это была вольтовая дуга, то он оттуда летел, падал, цепляя все по дороге. Мы сегодня его обследовали. Вчера мы вывели его из шока. Сегодня мы обследовали, компьютерную томограмму мы сделали. Выявили множественные ушибы головного мозга. Его сейчас лечат комбустиологи, невропатологи, приглашен нейрохирург. Молодость пациента вселяет надежду на благоприятный исход, но ожог дыхательных путей все осложняет, объясняет медик. После ургентного лечения парня ждет долгий восстановительный процесс, который может занять год. Его стоимость медики не называют, но говорят, что сумма будет весьма значительной.